Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствуем на очередном туре Мелбет первой лиги. Мы с вами отправляемся в Рощино, на Рощино-арена, где принимает своих соперников команда «Ленинградец». И сегодня в гости к этой команде приезжает владикавказская «Алания». Команды, которые, конечно, наверное, недовольны должны быть абсолютно тем, как развиваются события во второй части чемпионата. Очень неплохой. В целом он проводит сейчас отрезок в этом сезоне. Слав Волков номер 20, 6 Максим Беляев, 44 Никита Калугин, 33 Андрей Яковлев, 97 Андрей Фитяев, 18 номер Эдуард Суханов, капитан. Готово. Еще одна передача в штрафную. Здесь неплохо. Скидка. И можно пробить было поворотом. И, похоже, немножечко поле искусственно. Ух ты, какой гол! Ничего себе! Вторая минута встречи. И вот таким образом мяч у нас в ворота отправляется. Курьезный гол, безусловно. Выбивал мяч футболист ленинградца. Но при этом так уж получилось, что отскакивает мяч прямо в угол ворот. 1-0, Алания повела. Но Киряков, кстати, начинал наблюдать за этой встречей со скамейки, то есть не выходил он никуда. Но сейчас, понятное дело, момент... Пожалуйста! Я говорил, что этот матч может быть каким угодно. 10-я минута, 1-1. В этом матче счет становится. Максим Бачинский счет сравнивает. Кто-то, наверное, а может быть, очень многие ждали в этом матче засухи, голов, разрывы после вот этого момента. Еще шанс. Солдатенко выходит, но ошибается. Вот момент, пустые ворота могли быть. Бьет и не забивает Максим Бачинский второй. Какая игра у нас началась, а? Бывает так, что арбитры здесь в пользу игрока обороны не свистят. Ух, какой рикошет, и справляется Карабашев. Сложный удар, мяч летел, нырял прямо в ближний угол. Вот это проход по левому краю, довольно неплохой может получиться. В штрафную вошли, а дальше выбили. А мяч, но тем не менее, 2-1. Какая красота, какая же красота в исполнении владикавказской «Алании». Здесь прекрасно все, и проход Хабалова, и пропускание, и удар в противоход вратарю. И опять быстрый гол в начале второго тайма. Ну и посмотрим, как Хабалов будет уходить. Может быть, действительно какая-то небольшая... Ох, пожалуйста! Какой момент! И добивать надо! Но продолжается торжество атакующего футбола у нас. Браво! Ростислав Солдатенко. Можно дальше, а можно и в центр. И можно продлевать чуть правее. А здесь можно и пробить вот такой удар. И, пожалуйста, Никита Карабашев из-под перекладины. Причем там разные были результаты и возможности. Но посмотрите, какой сейчас момент. 2-2. Сергей Курманов, извините, 2-2. Сравнивает счет ленинградец. На ровном месте Михаил Гарелишвили. Как же он ускорился, как же он успел до этого мяча добежать и, по-моему, просто мыском проткнуть его в сетку ворот. Вот, пожалуйста, на ровном месте опять. Сорвалась трибуна, оживилась трибуна. Здесь очень активно. Опеков, штрафной, Опеков. Падение, пенальти! Пенальти на Рощино-арена. Я говорил о том, что пенальти для команд «Ленинградец» и «Алания» тоже достаточно. В 2024 году история постоянная. Суханов. Удар, гол, 3-2! 3-2, Киряков бежит практически, хотел побежать, поздравлять Суханова. 3-2, ленинградец за сколько? 3 минуты перерывающий игру полностью. Но вот теперь мы знаем, что будет. Мы знаем, что сейчас ленинградец сядет в оборону глухую. Но единственное, один из наших коллег поставил, что в этом матче «Алания» выиграет со счетом 6-4. Пенальти! Пенальти! 3-3! Может быть счет, а может быть и не будет. Да что ж такое в этом матче происходит? Что сегодня Рощино-арена нам дарит? Забивает! Забивает Гергобиани! 3-3! Счет, который не устроит вообще никого. Это 100%. Здесь за голову возьмется и Киряков, и Калешин от того, что сегодня команды устроили здесь, в Ленинградской области. Но матч, правда, еще не закончен, друзья. Еще играть в серии подкатов команды все просто забыли о том, что счет 3-3, как мне кажется. Просто играют в какой-то футбол, ну, я не знаю, сказать, где-то даже, может быть, юношеский. Все, ничья, потрясающий матч мы с вами увидели. Болельщики просто здесь довольны. И это видно по улыбкам, по тому, как они крутят головой. 3-3, лежат футболисты «Алании», лежат футболисты «Ленинградца».